Здравствуйте. Меня зовут Надар Хананашвили. Я родился на Арбате, на Старом Арбате. Есть еще один очень интересный факт из моей биографии. Я был одним из инициаторов первого этапа реконструкции. Вот мы тут говорим Собянин, Лужков. Я могу сказать, что предыдущий этап реконструкции придумал не Лужков. Придумали граждане, которые жили действительно в ветких пятиэтажках. Это было в 89 году. И для того, чтобы стать тогда депутатом Севастопольского района города Москвы, мне пришлось пройти 672 квартиры своего округа. Я поговорил со всеми, и люди, несмотря на специфическую фамилию и имя, меня все-таки выбрали. И я могу сказать, что до сих пор, сейчас я живу в достаточно благоустроенном доме, примерно человек 20 меня хорошо помнит именно по тому времени, потому что я никого не обманул в тот момент. Но обращаю ваше внимание, сейчас мы имеем дело с категорически другой ситуацией. Ситуацией, когда, пользуясь постепенным, поэтапным уничтожением народовластия, те самые ребята, которые сидят во власти, начинают действовать так, как будто им на все, на всех наплевать. И они продавят свое решение при любых, совершенно при любых мнениях, протестах граждан. В этой связи, конечно, можно вспомнить красивую фразу о том, что власть безобразна, как руки Бродобрея. Я могу сказать, что, на мой взгляд, российская власть безобразна, как руки алчного и неумелого Бродобрея. То есть фактически то, что происходит, это происходит жадно, происходит нахрапом, происходит нагло, наплевательски на мнение граждан. Но хуже другое. Хуже то, что я здесь замечу две вещи. Первое, это происходит фактически раскол граждан города Москвы на тех, кто за и тех, кто против. Формируется очень опасная, взрывоопасная атмосфера в обществе столицы. Это первое. А второе, вы, может, будете удивлены, но так получилось, просто я юрист, и я понимаю, что передача целого ряда полномочий с федерального уровня на местный, причем полномочий именно федеральных, ну, в особенности Конституции я не буду вас погружать, и в этом смысле я не сторонник изменения Конституции, надо ее научиться выполнять. Но я могу совершенно точно сказать, что передача целого ряда норм градостроительных, санитарных и так далее, это в чистом виде переход к сепаратистской модели. Это то, что создаст потом государство под названием Московия. Я не знаю, кому-то, наверное, это очень хочется. Я, при том, что понимаю, что огромная страна тяжело управляется, но как-то мне не хотелось бы, чтобы мы разбились на огромное количество маленьких феодальных таких вот кусочков, тем более, что в некоторых из этих кусочков будет ядерное оружие. И это я точно могу сказать, что точно за рубежом этого никто не хочет, потому что это самое страшное, что можно предположить для нашего маленького шарика. Но я еще хочу сказать вот какой момент, мне кажется, очень важный. Мы все знаем, и вот здесь уже произносилось, что рыба гниет с головы. Я согласен. Но при этом, при всем, строится она снизу, с хвоста. Можно назвать хвостом, можно назвать базой, основой. Но сегодня в этом плане я, безусловно, поддерживаю объединение граждан, которые начали формировать какие-то ячейки, которые способны консолидированно отстаивать свою позицию, вырабатывать свои базовые какие-то принципы, по которым они будут строить территориальное общественное самоуправление. Без этого самоуправления мы не сможем изменить верхушку. Есть иллюзия, что мы вот сейчас сметем власть, и там любой другой будет лучше. Ничего подобного. Не потому, что любой другой лучше, чем там конкретно Путин. Просто дело в том, что сама по себе власть в стране держится на людях, которые объединяются на самом базовом уровне своих дворов, своих микрорайонов, своего города, но построящегося снизу, не сверху вниз, а снизу. И второе, мне кажется, очень важное требование для нас с вами сейчас. Это требование прозрачности и доступности всей информации о том, где мы с вами живем,
На что мы имеем право? Причем не только на вот этот самый воздух внутри наших домов, но на землю, причем не только землю под нашими домами и придворовое пространство, но еще и внутридворовое пространство, потому что и его из нашего с вами ведения тоже изъяли. И вот это очень важно. И в этой связи, вот помимо очень значимой темы объединения в территориальное общественное самоуправление, то, что уже звучало здесь неоднократно, 10 сентября будут муниципальные выборы. Я не хочу сказать, что там выдвигайтесь, все идите. Это непростая вещь. Это действительно нужно решиться. Так получилось, что я был депутатом с 90 по 93 год, пока вот их не разогнали, так сказать, в том числе расстрелом. И я сейчас принял для себя решение. Я снова иду в муниципальные депутаты. Надоело уже. Все, спасибо.